siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня у нас новый видосик по Мазингу. Свежие новости, пацаны, свежайшие, просто свеженькие новости. Я вас спрашивал в предыдущем видео, хотели бы увидеть такого характера видосы. Вы там довольно-таки все сказали да, типа давай снимать такие видосы, пацаны. Это группа модпакера, кто не знает, ссылка будет в описании. Если что, появились новые новости, приятные новости, очень приятные новости. Движуха с модпаком уже пошла быстрее, благодаря вам, кстати, потому что вы пишете свои идеи, поддерживаете данного человека, какой делает модпак для Мазинга и так далее. Изменилось в группе, кстати, оформление, довольно-таки такое прикольненькое стало, новое, если что, вот такое вот оформление, мне довольно-таки нравится, кстати, да, неплохо. Уже в группе, кстати, 600 человек, пацаны, 600, кто еще не подписан, подписывайтесь. Это вам же лучше, потому что вы будете знать, какой будет новый модпак, помогать в разработке, там, просить модпакера, чтобы вы хотели видеть, советовать и так далее. И он все читает, все слушает и прислушивается, если ему эта идея нравится. Поэтому, пацаны, все в ваших руках, ссылки все в описании. Итак, что за новости? Давайте перейдем уже к сути. Меньше ля-ля-ля, короче, давайте. Итак, давайте пойдем в самый низ, я думаю, это вы видели. Вот, короче, модельку переделал, Амазинга, если что. Так, пишут. Переделал модельку RS-ки, RS-6. Да, в модпаке будет вот такая вот RS-6, пацаны. Да, просто пушка, булочка и так далее. Очень круто. Кватро, все дела. Это такая самая, кстати, Ауди, как у Булкина, если я не ошибаюсь. Очень круто выглядит. Я еще лайк не ставил, ебать, охуел. Вот, короче, переделан ее, я так понимаю, что-то изменилось, по-моему, этой хрени не было. Ну, видите, короче, у него был видосик. Вот, насчет презентации Audi, по-моему, что-то, короче, изменилось, по-моему, решетка поменялась и так далее. Вот это Audi, можете тоже наблюдать. Он тут писал, интересно, кто заметил изменения. Я, честно, не заметил изменения, потому что я что-то не очень... внимание уделял именно RS-ки, я все внимание уделяю сейчас BMW. Вот здесь винилы, и скоро третий винил, так я понял, покажет. Вот, вышел постик буквально вчера, жду предложения по автомобилям. Убедительная просьба, один кто-нибудь предлагает, или вам нравится, то лайкайте его пост. Насколько, несколько раз одно и то же самое предлагать не нужно, короче. Ну, вот здесь люди пишут свои предложения. Вы также просто можете зайти, написать в комментариях, положить там какую-то машину, скинуть скриншот. И он там посмотрит, если ему понравится, он эту машину добавит, пацаны. Если что. Вот, чуваки предлагают свои идеи. Довольно-таки все круто, смотрите. Все предлагают идеи, красавчики. Просто кто предлагает, кто помогает в разработке модпака. Вы просто красавчики, скриптер это все читает, все смотрит и так далее. Новая инфа постоянно выходит. Смотрите, сколько людей просто, смотрите, сколько людей просто пишет. Также вы можете тоже написать, пацаны. Я вам это уже 100 раз говорил. Это не реклама, данный человек вообще про меня, наверное, не знает. И понятия не имеет, кто я такой, что вообще снимаю про его группу и про то, что он делает. Чтобы вы понимали. Это вам нужнее, пацаны. Как бы, если мы будем вместе собирать модпак, он будет охуенный. И всем ему будет нравиться, и мы будем там... жаловаться, что, блять, вот он, модпак хуёвый, на других проектах лучше. Так давайте вместе сделаем лучше модпак, охуенный сделаем модпак. Не нужно жаловаться. Заходите в группу, пишите, будем вместе делать, а не говори, блять, на других проектах охуенный модпак, и у нас хуйня полная, пацаны. Давайте это исправлять, без проблем. Все зависит только от нас. Ну и от возможностей, в принципе, модпакера, да. Итак, недавно, точнее, даже вчера... сделали голосование в свободной группе, кстати. В свободной группе не музыки, но я, кстати, по-моему, проголосовал. И голосовал я за оставить обе модели, то есть... голосование идет в будущем, собираемся обновить модпак. Заменить оставшийся незамененный транспорт. А пока что мы хотим, чтобы вы проголосовали и сделали свой выбор. Пацаны, голосуйте все, потому что, блядь, если вы сейчас забьете хуй на это, понимаете, там... Да ну нахуй я буду голосовать и так далее, забьете хуй. Потом будете жаловаться, блять, почему не вернули Таха, почему брали СВА и так далее, пацаны. Поэтому, блять, голосуйте, чтобы потом такой хуйни не было. Потому что реально меня бесит люди, какие, блять,
нихуя не делают, даже им трудно голосовать. Потом пиздец, типа, вот-вот, хуёвый модпак, блять, нахуя убрали ту машину и так далее. Вот, блять, чтобы такой хуйни не было, голосуйте, заходите. И все будет охуенно. Я проголосовал, чтобы стали обе модели, чтобы остались Y и Tahoe поставили на какую-то другую модельку, и все. Сейчас лидирует это Range Rover SV, чтобы сейчас модпаки стали, и все. Вот эти фотки, короче. Вот эти фоточки. Это SV какой сейчас на магазинке, по-моему. А вот Tahoe сейчас я вам покажу. Вот, вот Tahoe, вот такой вот. Tahoe тоже красивый, не спорю, тачка пиздатая. Но, как по мне, было бы круто, если бы эту машину и ту оставили. Это было бы реально очень круто, как я думаю. Не знаю, это лично мое мнение. Что и та тачка охуенная, что Tahoe пиздатый. Обе машины охуенные, как по мне. Поэтому как-то так. Голосование сейчас лидирует. Ну, кстати, немного так лидирует, видите, не очень пиздец, прям лидирует. Это у нас Range Rover. Лидирует, чтобы просто его ставить и все, Tahoe не добавлять. Но многие тоже хотят, чтобы вернули Tahoe. Как по мне, лучше ставить две модельки и все. Лично мое мнение. Голосуйте вы так, как считаете. Также, здесь какой-то пост 8 минут назад вышел. Хотели себе красивое оформление за небольшие деньги. Ага, ну это реклама, я так понимаю. Я не заходил в эту группу, давайте посмотрим. Какой-то чувак. Ну, понятно, короче. Кстати, по-моему, это аватарка у Шарапа стоит, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, блин, не знаю. Ссылку на эту группу я не буду вставлять, можете там зайти, кому там оформление нужно. Кстати, ссылки. Ну, ссылок тут. Ну, короче, чуваку оформление сделали, так понимаю, он решил их пропиарить. Ну, это нормально, пацаны. Ну, оформление новое мне нравится, лично говоря, мне нравится. Так, давайте зайдем, кстати, в мою группу, пацаны. Да-да-да. Моя группа тоже нужно подписываться, пацаны. Нужно подписываться и участвовать в конкурсе на BMW 5.60. Это тоже очень важно. Это очень важно, пацаны. Надо участвовать в конкурсе, потому что разыгрывается Бэха М5.60 с красивыми номерами. 3R770. И с одним чипом из Нитро, пацаны. Чтобы понимали. И также здесь вообще выходят интересные посты, чтобы понимали, вот. Интересные посты проходят, голосовалки и так далее. Поэтому участвуйте, вот промокодик, вот как я работаю, там и так далее. Сегодня просто у меня выходной, завтра тоже. А с понедельника я буду по полной программе ебашить, то есть работать. Поэтому да, как-то так. Было день рождения канала, кстати, да, кто не видел. Ну тоже подписывайтесь на группу, ссылка тоже будет в описании. Пацаны, реально, нас уже тут 2021. Участвуйте все в конкурсе, реально, блин, посмотрела, понимаете, этот пост посмотрело 2400 человек, а участвует всего лишь 185. Давайте хотя бы 300 человек, чтобы участвовало, чтобы было интереснее. А итоги конкурса я сделаю в прямом эфире, если что. Ну, постараюсь хотя бы этот день, это у нас 30-е, да? Сейчас я календарик, пацаны, быстро гляну у нас. Май, да, 30 мая, это у нас получается среда, я в среду, по идее, буду работать. Да, я буду в среду работать. Наверное. Но все равно я итоги конкурса, наверное, сделаю. Хотя, может, я не буду с этого работать. Не знаю, вечером по-любому, наверное, после работы приду и итоги конкурса сделаю. Ну, наверное, постараюсь в прямом эфире сделать. Если не в прямом эфире, то тогда уже просто видосик запишу и все. Кстати, на выходных X2, я так понимаю, сделали вот постик. И для тех, кто у кого-то аккаунт утерялся или так далее, уважаемые игроки, мы восстановили все аккаунты, которые имели 10 и выше уровень. Сейчас мы снижаем планку, теперь мы можем восстановить аккаунт 5 и выше уровень. Где-то через месяц мы снова начнем восстанавливать аккаунты только 10 уровня. Ну, короче, кто хочет там восстановить свой уровень, то можете заходить. При игре 6 часов дарим рулетку. Кстати, рулетку профиксили, она реально работает. Ну, бля, я ебал 6 часов играть, у меня сейчас времени нету на это. Я вообще редко играю, я вчера зашел. Да, я, кстати, в ЧС в свободной группе, да. Хейтеры обманывают игроков. Уже год, блядь. Я там ЧС, по-моему, ну почти год. Но никто не хочет меня разбанить, конечно же. Да. Не обращайте внимания, я просто видосик отмонтировался там. Ну что ж, чуваки. На этом я, наверное, буду заканчивать. Вот, короче, группа. Модпакера. Помогайте в развитии модпак, пацаны. Вот сколько уже можно вам говорить? Это вам же лучше будет. Вы потом будете играть с пиздатым модпаком. Если все забьют хуй на модпак, то он и будет хуёвый, понимаете? Если все забьют на модпак хуй, никто не будет ним заниматься, никто не будет советовать модпакеру, помогать и так далее, то, блядь, он повсюду будет хуёвый.
и хуже, чем на других проектах. Поэтому все зависит только от вас, пацаны. Ссылки все в описании. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.